С октября школьники смогут посещать зимний театр и зал органа и камерной музыки по специальным абонементам. Такая практика когда-то активно применялась в советское время, но после была забыта, и вот сейчас ее решили возродить. Инициатором проекта выступила мэрия. Мы действительно хотим, чтобы в нашем городе системно развивалась работа по формированию уже школьных зрительских аудиторий в хорошем смысле этого слова, чтобы мы своих деток, начиная с начальной школы, приучали к качественной, красивой классической музыке, чтобы мы приучали их к красивому искусству, к настоящему искусству. В этом и смысл нашей школьной филармонии. Проект позволит вовлечь более 7 тысяч юных сочинцев в творческую культурно-просветительскую деятельность. Помимо учеников, 1000 абонементов предназначены для семейного просмотра. Стоимость годового абонемента, в который входят 5 концертов, 250 рублей. То есть посещение одного концерта обойдется всего в 50 рублей. Для учеников начальных классов вообще предусмотрена серия выездных концертов в школах.